Всем привет, коллеги. Начнем краткий опционный анализ на сегодня. Фондовый индекс S&P 500 расторговывает ближайшую поддержку, баланс дня 3927. Если закрепимся ниже, тогда последующим ориентиром снижения выступит лимитный покупатель 3908. В случае успешного теста баланса дня ожидаем повышения до лимитного продавца 3950. Актив евро-доллар. За прошедшие сутки повторно тестировал баланс недели 1.2093. Исходя из текущего расположения ниже лимитного покупателя, сносит на развитие событий на сегодня это ретест баланса недели 1.2093. Если на момент закрытия валютных суток закрепимся выше, тогда это будет коррекционное снижение и ожидаем уже завтра повышения до лимитного продавца 1.2025. Если цена закроется сегодня ниже баланса недели, тогда ожидаем снижения. Ближайшая поддержка это отметка прибавления 140 миллионов и уровень 1.2050. Британский фунт расторговал зону сопротивления хеджеров. И сейчас он тестирует уровень опционного баланса дня. Основываясь на развитии по британцу, это дополнительное снижение при закреплении ниже баланса дня 1.3867 до премии 1.3833. Ближайшее сопротивление расположено далеко, поэтому основной сценарий это продолжение нисходящего движения без дополнительного набора шортов. Австралийский доллар прошедшие несколько дней торговался в зоне убытка маркетмейкера и вчера зашел в зону комфорта. Сейчас основной сценарий по австралийцу это ретест области сопротивления 0.7768, 0.7782 и снижение до покупателя 0.7728. Основываясь на развитии событий по золоту, это снижение. Фактически золото, закрепившись несколько дней подряд ниже баланса недели, говорило о том, что оно имеет потенциал на снижение. Вчера мы этот потенциал частично реализовали, достигнув важных опционных уровней поддержки. Субъективно предполагаю, что конечная цель снижения по золоту расположена еще ниже, поэтому сегодня ожидаю продолжения снижения, достижения области поддержки, лимитный покупатель, убыток маркетмейкера, отметка 1808, 1781, 1776. Пара доллар-иена закрепилась в зоне убытка маркетмейкера. Большие прибавления позиций расположены еще выше. Поэтому основным сценарием развития событий по иене является продолжение повышения. Сейчас при отбое от убытка 105.72 есть резон при появлении паттерна на покупку открыть бычьи позиции с ориентиром 106.33, где располагается заявка на продажу объемом 44 миллиона. Пара доллар-франк закрепляется за уровнем убытка 0.8949. Давайте рисуем зону маржинальных требований. Если цена пробьет обозначенное сопротивление, то тогда до конца суток ожидаем повышения в области сопротивления 0.8977, 0.8987. Пара доллар-канадец торгуется выше ближайшего сопротивления 1.2702. На протяжении валютных суток ожидаем закрепления ниже и ретеста нижней границы баланса 1.2671. Если закрепимся выше, в этом случае сегодня максимальную цель повышения не скажу, но среднесрочно следующим ближайшим сопротивлением будет выступать опционный уровень прибавления 24 миллионов по отметке 1.2795. Природный газ расторговывает зону 40%. Мы в прошедшие сутки торговались выше. Основной сценарий это повышение текущих стратегической среднесрочной цели 3.25. Пара доллар-рубль находится в нисходящей динамике. Максимальная коррекция против импульса вниз является отметка 74.29 и целевым ориентиром снижения является отметка 72.20. Криптовалюта биткоин достигает зоны 8%, ценовой диапазон 50469, 52284. Фондовый индекс Dow Jones в ближайшее время достигнет зону 8% и ценовой диапазон 31652, 31832.
заработать 23 доллара и получи абонемент в клуб трейдинг онлайн. Для этого пополни торговый счет на сумму не менее 100 долларов, открой счет в компании Grand Capital. При необходимости получи дополнительный бонус 40%, который участвует в просадке. Сообщи мне свой номер счета и достигни прибыли в 23 доллара до 28 февраля. В этом случае ты получишь абонемент в клуб трейдинг онлайн, где английская компания M-Trading предоставляет свои торговые решения.